наших автор, наш институт. Как известно, одним из пяти направлений науки о примерах терапии является разработка принципа лечения, например, наноконвертов, которые содержат наночастицы, и они являются новейшим типом функциональных полимеров и могут быть использоваться в различных сферах применения. Часто известен термический метод получения наночастиц, основанный на размножении в среде полимера, содержит органических кислот или же металлоорганических соединений, которые производят, в основном в растворе проводится, здесь многие в растворе проводят коллектив, но он, как говорится, простой, потому что можно проводить его в колбе, но при высоких температурах, поэтому используется в основном вакуумные масла, растворитель бензон, это все потом отмывается. И в связи с этим много промываться надо, и бензол очень много используется. И этот метод я лично считаю, что он не очень эффективен. Тем более сейчас пошла тенденция к тому, чтобы можно было проводить без использования вообще растворителей и использовать очень ограниченное количество. Значит, в нашей работе метод получения, экологически чистый метод получения сенсориальной частицы, смотрите, полиэтилен высокого давления. Тоже он разрежен, используется в качестве прекурсора. Значит, соли органических кислот, 0,5% ацетат цинка мы используем. И, в принципе, мы получаем как? Мы его проводим. Мы сначала перемешиваем полимер на вальцах с этим прекурсором. Потом мы, значит, при высокой температуре, при использовании азота и при сильном перемешивании высокой температуры и высокие сдвигы и деформации дает возможность тому, чтобы можно было получить эти наночастицы. Значит, мы исследовали что? Мы исследовали фазовый состав и конструкторскую схему. И конструкторская схема нам не дала нужных того, что мы хотели показать. Почему? Потому что те частоты, при которых проявляются металлы, она нам не дает. Мы здесь проводили исследования, они от 600 и выше, а нам нужно было 200 и ниже. Этих частот не было. Но мы проводили, значит, рентгеноструктурный анализ, здесь у нас проводил наш уважаемый Куриев. Да, и вот его данные показали, что у нас на самом деле получается оксид-цинка, не цинк, а оксид-цинка. Вот это анализ исходного полиэтилена наблюдается. Вот этот анализ уже полученного композиции. Вот дополнительное полное обращение соответствует именно оксиду цинка. Поэтому вы можете констатировать, что у нас именно оксид цинка, а не цинк. Это у нас микрофотографии исходного полиэтилена, структура уже бесформенная. Это структура нашего полученного композиции. И вот эти структуры, которые получены, это свойственные структуры, которые обладают высокой реакцией нарушений. Это позволяет применять наш полученный таблиц для различных областей. Мы в основном используем выдачивать, чтобы есть различные полимерные материалы. В качестве нам дополнителей, при этом у нас очень хорошие свойства получены на композит полиэтилена. Но в то же время мы показываем, что они могут быть использованы в качестве катализатора различных химических и мультик, табак, промышленные полимеры. С целью улучшения физико-механических, биологических, термических свойств. Значит, эти наши ссылки, которые мы показали, что в основном здесь Верков или вашего тоже самое, у Арида или Хамбы, получение этих металлогенеров-композитов и у Веркова. И эти ссылки показывают, что получение данных композитов именно в растворе. В растворе при высокой температуре. И третья ссылка Берна, которая показывала, что полученные слоистые структуры именно отвечают высоким информационным разрушениям. Благодарю за внимание. Коротко, есть какие-то вопросы, пожалуйста. В общем, я коротко дала то, что мы сделали, и в дальнейшем мы, естественно, будем проводить дополнительные исследования. Пока только начало наших работ. Если какие-то вопросы, пожалуйста. Как катализатор использовали где-нибудь или просто предполагаете? Вы предполагаете, почему? Потому что мы знаем, что нам часто выбирает большую поверхность. В связи с этим, именно можно использовать, я уже договорилась, если... Ну не буду говорить с кем, антиклеры у нас пока установка не работает, мы постараемся сделать. То есть я это наметки делаю, потому что я знаю, что это можно использовать. И как катализатор, и как для очистки определенных средств, это все можно. Благодаря высокой поверхностной активности этих наночастиц, это все возможно сделать.
таких работ вообще очень больше. Меня спрашивают, таких работ у меня получено, которые конкретно уже используют. Ну, там даже сейчас, по-моему, в Эльдаре девочка встречалась у нас. Еще раз сравнивали вот обычный оксицинка смешивая с полимером и то, что вы получили. Есть такие сравнения? Вы знаете, как я вам скажу? В принципе, как катализатор и вообще. Нет, нет, вообще в структуре что меняется? Вы показали структуру полиэтилена. Показали вашу композит. Да. А еще нормальный композит, а просто циклоксид с полиэтиленом. Я сейчас скажу, у меня есть просто люди, есть ссылки на такие литературы, нам, допустим, показала их. Московские дорогие, они показывают, что они получают какой-то изотопион с пиротисиэртоксамальцитетическим, показывают, они получили данные частицы центра, и они показывают, что у них на полиэтиленовой матрице вот такие просто вот так пучки, что у них именно оксид цинка есть. То есть данные показывают. Нет, простая смесь оксида цинка с полиэтиленом. Вот, а у нас нет простой смеси. Зачем вы смешиваете механически, не получаете нанокомпозит? Ничего, просто смесь. Дело в том, что нанокомпозит мы здесь исследовали, и он покажет, что... А какая разница между вот этими двумя композитами? Там оксицинка обычная. Обычная оксицинка. Весенняя. Полиэтилен с околодавлением. Просто смешивали вот это на... Вы знаете, я вам немножко по-другому скажу, да? Теперь мы подавали статью. Я сейчас скажу, значит, у нас было на полиэтиленовой матрице, мы тут подавали, правда, был оксид копрома, неважно. Речь на о чем? Речь о том, что мы когда подали, у нас этот оксид копрома, у нас с копром два обола, он был на матрице АБС. Мы тогда подали, дали все свойства, так далее, так далее. Значит, а вы написали, что у вас всего мы подали 1%, а вы получили 0,04%. А что у вас? Вот 0,04% дает такое улучшение свойств. Это, наверное, АБС вам дал. Я сказала, хорошо. Я им взяла АБС чистый, смешала с полиэтиленом, дала данные, им туда послала и сказала, что они от полиэтилена почти не отличаются. Почему? Термопласт, термопласт. Изменений нет. А вот когда мы его видим на наночастице, это дает нам свойства. Естественно, наоборот. То есть именно, нет, я просто им доказала, что именно за счет того, что там есть наличие наночастиц, а не АБС, дается. Кроме того, я послала вот в этом году, кстати, купом два обола, значит, на матрице полиэтилена получим цитанфонарядной системы и на АБС. И мне пример. Свойства совершенно разные. Одна и та же наночастица, купом два обола, но на разных полимерных матрицах она получена. Свойства различаются. Это, кстати, тоже. Почему? Потому что я доказала, что даже наличие определенной матрицы, на которой стоит, тоже имеет влияние. Еще раз, мы остановились на цинке. Знаете как? На основе цинка. Я сейчас скажу. Это, с одной стороны, просто, а с другой стороны, в свое время, как вы знаете, у нас был директором Рязьметы Лесовым, потому что его очень уважали. И я даже сказала, что Людмиле Бжему, что он вот он человеком. Вот это есть. Это не все могут. А вот у него это было. Он был строгим, он был дисциплинированным, он был требовательным. Он вот не давал остановиться. Тоже он был человеком. И он мне во время совета во всем жалоба нам получить все содержащее там композитора. Я как торопила, потом подошла к нему. Почему все содержащее? Как катализатор это использовать? Я хочу купол, потому что у меня хорошее свойство, я хочу на нем продолжить следовать. Это мне не цинк получить. Так я получила и купол, и цинк, понимаете? То есть я сделала то, что он. Но так как его нету, естественно, я не стала никому обращаться. Но в то же время я уже наладила некоторые связи, потому что я бы хотела то и другое, если бы у нас установки будут налажены, мы с вами попробуем. Так что мне никто, хорошие люди обещают. Так что дай Бог всем здоровья и дай Бог хорошие идеи побольше. Да, пожалуйста. При какой температуре были этот процесс получения нанокомпозита? Нанокомпозит обычно при высокой температуре. Ну, 190-200. Потому что прекурсор должен разрушаться. А там температура имеет значение. И то, что вращение идет при высокой скорости движения до 100 оборотов. То есть это все сдвиги и усилия создаются, за счет чего происходит разрушение этого прекурсора, распад его. И мы
до того прочитаем о том, что мы тучи могли тучиться, мы надеемся, что у нас металл получится, но металл не получается. Все равно какое-то частичное окисление идет, получается у нас оксид. И в случае кухня, и в случае цинк у нас получается оксид. Вы знаете, вы же берете цинк ацетат? Мы берем цинк ацетат. Разложение, значит, будет вот так, что? Разложение может идти получаться. Знаете как, просто мы пропускаем азот для того, чтобы у нас среда полностью была освобождена от кислорода. Но мы всего не можем, наверное, через какой-то момент идет металлокисление. Так и получается оксид. То есть мы его до конца не можем варить. Металл у нас не получается. Вы знаете, есть работы, я даже смотрела. Значит, они показывают, что у них вот при каких-то температурах больше времени не меньше, что температура. Они пишут, что вот при этой температуре получается медь. А вот в других температурах, когда по времени, они не пишут, что обратно, потому что не соответствует меду. Что это значит? Потому что это вообще что-то другое. То есть, наверное, как активно это потом не говорят. Я понимаю, что там нет меди. А что? Хорошо, идет у вас с самого начала перемещение полиэтилена. Да, смешивание полиэтилена. И прекурсора. И курсора. Да. А как вы понимаете температуру? Нет. Это смешение у нас идет на вальца. В вальце другой закон. Просто идет смешение. Да, температура очень высокая. Надо, чтобы просто полиэтилен был несколько раз плавный жемчон. И потихонечку соль прекурсора. Мало-немало. Я так не говорю. Практически вы потом можете температуру давать 190. Там есть задавать. Это открытая сеть. В IT открытая система. А мы делаем... только обеспечивает смещение. Да, да, только смещение. А потом вы даете температуру, но потом можете дать, как 120, можно 220 дать, и посмотрите, вещин как влияет на состав. Или нет? Нет, знаете как? В принципе, тогда у нас что получится? Мы делаем закрытой системе. А в открытой системе металл... Мы разных вещах. Фактически вы обеспечиваете, что было выделение того продукта, который выделяется. Да, 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 да. И осталось частицы, которые дают нам услугу. Да. Но давая разные температурные режимы, азот само собой, перемешивание само собой, можете обеспечить так, что получилось у вас не цинк-оксид, а именно цинк. Вы это пробовали или нет? Вы знаете как? В принципе, мы могли бы сразу его... Там же дракон пометка. Или мы должны были на вальцах достичь такой температуры в открытой системе, мы цинк не получили бы все равно, потому что система открыта, да, как подвести азот некуда. Некуда, совершенно. Вот смотрите, вот открытая система, просто два волка перемешиваются. Куда подвести? Куда подвести? Некуда. То есть мы уже в закрытой системе это делали, а в закрытой системе все закрыто, мы подводили азот, пропускали через эту систему. И то у нас не получилось, и цинк не почистил. Может, мы со временем что-то совершенствуем, может, мы что-то еще дальше получим, мы сможем получить и сам металл тоже. Но пока, насколько я понимаю, можно полиэтилен различать, конечно, различать, или расплавить, а не набрать, а просто расплавить и перемещать. А где расплавить? Где? В систему. Я поняла, где расплавить. Ну, пускай будет, я не знаю, полонагребатель или там реактор или в чем-то, и попадать туда азот, возможно, все это может. Минавоканум, вот здесь, в ваших лабораториях, я знаю, что у нас делается. Да, правильно? Но они, я только что об этом говорила, что у вас берется, чтобы достичь высокой температуры, чтобы у вас это все держалось в системе. Вакуумное масло используется, это не только вы, и на вас пластовая система. То есть это я уже все видела, здесь тоже я была здесь, когда это видела. Ну, я подумала, что можно что-то создать более лучше. Вы уже работали, видела более. Ясно. Дальше. Смотря на редкие инструкторы, фактически вот так получается, у вас пошло полное распределение. Это, честно говоря, немножко вызывает вам не сами. Нет. Это не... Или какие-то части взяли, сняли. Нет. Вы знаете как? Я вам скажу. Тут просто мне... Это просто конкретный полиэтилен. А следующие фазы, кроме полиэтилена, вот эти пики все соответствуют именно наночастице цинка О. То есть эта частица ацетона, несколько их углов отражения есть, не один угол, а несколько. И не только для других тоже. То есть
3, 5, 6. Эти углы отражения все открыты именно там, в центре округа. Это не показывает распад. Никакой распад. Он показывает, что конкретно здесь есть цикл, который соответствует. А какие реологические свойства изучали, сопоставляли, что сказали, что улучшается? Нет, вы знаете, как я то, что я сказала, это мы говорили раньше. Я ответила на вопрос. Нет, я сказала, что мы раньше делали, у нас есть свойства эти. То есть, исходя из этого, я могу сказать, что такие данные мы имеем, и в дальнейшем будем работать в направлении. А в данный момент у нас пока только начало первого данных. Сам распадается, ваш процесс при высокой температуре, он распадается на цинк СО3, поэтому цинк О образуется. А цинк СО3 сам по себе распадается. Цинк СО3 не получается, потому что там выделяется вода и СО2. Ацетат вообще известно, что они распадаются до карбонатов. Карбонаты в процессе расщепляются там оксиды. На данный момент именно сам производные ацетаты, все они распадаются на, в конечном счете на углекислый газ и воду. То есть абсорбция проекта, да все. Ну, карбонат же есть там, это как? Карбоната нет у нас. А где цинк тогда сам, если целый? Мы вводим ацетат цинка. При распаде мы не говорим о каких-то ступенях, которые происходят. Мы говорим о том, при высокой температуре распад происходит до цинк О, СО2 и H2O. То есть от цинк О, потому что мы видим, что цинк О. Может, получился цинк, а потом откуда цинк О получился? Я это на 100% могу сказать. Ну, я думаю, это карбонат. Нет. Может быть. То есть хорошо. У нас карбонат не фиксируется. Пожалуйста. Ну, что, при таких условиях ацетат цинка нагревают без пальмы? Да. И что получилось? Почему? Что стоит? Знаете как? Оно идет. Пока нет других. Нет, так раньше поэтому удар взяли на себя. А я не возражаю, знаете, чем больше вопрос, тем больше сомнений, тем больше соверяний. Пусть нам это там делает, что нет, газеты у него. Вообще сильные требуют отдельно нагреваться. Это мы все делаем. А потом. Нет, отдельно я просто дала вот. В сентябре попробовал. Хорошо. Все, договорились. Вот видите, как хорошо. Ходить мы.